У Владимира Сабардина не бывает плохого настроения. Его рецепт – каждое утро начинать с улыбки. Прилив бодрости и радости мужчина черпает также из медитации. Рассказывает, в такие моменты представляет что-то приятное. Например, место, где бы хотел сейчас оказаться. Определенного вида упражнения. Я уже выхожу на работу, соответственно, приподнятый дух у меня. Неважно, осень, зима, лето. Поделись улыбкой своей, и она не раз к тебе еще вернется. Это правильно. Это сразу видно по психологии того, как... Вы сейчас улыбаетесь, да, значит, позитив уже немножко есть. Физические нагрузки тоже повышают настроение. Занятия способствуют выработке гормона счастья. Чтобы не было депрессии, достаточно несколько упражнений утром или в течение дня, рассказывает инструктор фитнес-клуба. Поджиматься от пола, поприседать. Если есть турник, поподтягиваться. Покачать пресс. В принципе, ничего тяжелого. Дома это очень легко делать. Осенью необходимо сбалансированное питание. Диеты только ослабят организм, объясняет врач-иммунолог. Лучше давать предпочтение вообще овощам и фруктам в любом виде. Это может быть и сырые, и вареные. Если нет возможности приготовить, либо дать ребенку овощи и фрукты, их можно заменить комплексом микроэлементов, либо поливитаминов. Сейчас очень много. Причиной осенних андрей может быть нехватка солнца, рассказывает психолог Наталья Богма. Советует окружать себя яркими вещами и носить такую же одежду. Побольше желтого цвета, побольше оранжевого. То есть, ну, либо вы находитесь в комнатах таких, да, то есть себе делаете как-то атмосферу такую. Либо даже элементарно смотрите какие-то картинки. Ну и самое главное, это позитивное мышление. Без него никуда. От хандры помогут и прогулки в парке. Один час на свежем воздухе зарядит вас энергией на целый день. Не стоит также забывать об общении с близкими. Они всегда вас поддержат. Инга Лапикова, Василий Дмитриев, Панорама.